Точно! А почему бы не взорвать все к херам? Бежим! Ай! Всем привет, с вами Миссари, и сегодня у нас новогоднее, что ли, прохождение, тут эльфы валяются. Не обращайте внимания. Но перед тем, как начнем, пожалуйста, подпишись на канал, на мой канал, и поставь лайк. Напиши в комменты, если надо. Ну и, конечно, про колокольчик не забудь. Ну что, погнали! Наша задача — убрать все загнившие эльфы. А вот, кстати, печь. Все это мы сжигаем. Санта недоволен, что эльфы очень сильно, как бы, ну, я не знаю, как это объяснить. Может, эльфы бухали? Тут виски, я не знаю, то ли виски, то ли коньяк. Но это тоже выбросим. Так. Что это? Шорти Тиклер. Эльф, ты бухал? Нет? Часом. Это очень интересно. Новый год! Новый год! Ёбаный в рот! Куда нахер? Так. А что если взорвать? Точнее, а что если кинуть петарду печь? Ёп! Красота! Так, но нам, если... О! А это как раз то, что надо. Так. Эльф, прости, но ты уже не жилец. Господи, сколько здесь трупов. Это все это надо сжечь. Туда. Так, нам надо ведро. Для того, чтобы помыть. Пол. Это нужно убрать. Сколько здесь? А, нет, я еще и хожу. Блин, я тут оставляю след. Так. Так, не вибратор, а все, отлично. Убираю. Так, а если не убрать... Блин, ну ё-моё. Так, а ну-ка иди-ка сюда. Сжечь. Нет, надо... Вот здесь надо. Туда как раз как-никак Новый год ведь. Подарки какие-то не те, что ли. О, какое-то оружие. О, точно. А почему бы не взорвать все к херам? Бежим! Ай! Вот тебе и Новый год. Сам себя подорвал.
Ну что, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Всех с наступающим Новым годом.